И всем лайки, с вами по-прежнему я, Новый Лафтинг. Я хочу сделать кое-что интересное, пока Даши нету, не играет и, надеюсь, не смотрит мой видос. Смотрите, я в креативе сейчас возьму алмазный блок, два блока, это 18 алмазов, и положу в сундук, который вот здесь. Если она найдет его, вот прямо вот здесь, не знаю, догадается или нет, не вот здесь, а вот здесь. То есть, смотрите, вот это в тайном сундуке. А второе, хотел бы сделать это положить. Сейчас. Нет. Второе, это декор. То есть небольшой декор. Это, ребят, это, смотрите, у нас тут декор, да, типа, смотрите, мы тут сейчас сделаем, вот, все, смотрите, это теперь наша полянка, да, вот, то есть небольшая вот тут, как бы вот так, да, вот, то есть мы тут идем, вот от портала, там уж, смотрите, я без скоплений, и мы сделаем книжную полку. Но я сбалансю. То есть, знаете как? Я немножко сбалансирую и сделаю не слишком много, а раз. Всего лишь два, три, четыре, пять, семь. Один ряд. Всего лишь один ряд. И чарка теперь какая? На 18 только левел. То есть, вот так. Не сверх пупер. Не, я даже сделаю вот так. Извините, ребят, ну пусть будет такой баланс, ребят. Да. И сделаю тут аж небольшой домик. Да, вот так. Смотрите. То есть, смотрите, вот это вот. Да, вот здесь небольшой домик. То есть здесь будем мычариться. Даша это увидит и поймет. Чар. Надеюсь, там уровень не. Вот, все вот так. А здесь мы сделаем типа красиво, смотрите. Стекло. Вот. Вот так. Прикольно, да? Не, даже вот так, чтобы красивее было. На, смотрите. И типа, смотрите, не. И типа, смотрите. Типа вот так. И смотрите, сколько у меня тут уже. 22. Ну ладно, все остальные... Это типа небольшой подарочек. Так, дальше. Это мы тогда все удаляем. Да. Дальше я бы хотел, смотрите, что сделать. Да, вот здесь, именно вот здесь сделать небольшую, такую красивенькую арку. Да. Небольшую красивенькую арку. Да, именно так. Так что для этого мне сейчас мы сделаем. Так. Теперь надо сделать таймсендей. Нет. Сейчас, секунду. Тайм. Таймсендей. Все. Так. Мы берем красивые вот прям блоки. Гладкий. Это нет. Мне надо гладкий блок. Вот, вот так прям. Вот, вот так красиво. Я постараюсь сделать как-то красиво, вот прям. Вот прям. Вот как прям красиво-красиво. Вот так. Вот как-то. Вот так. Не знаю. Вот так. Так, во! Да блин, вылет, ребят, круто. Не, это надо, знаете, как сделать вот так. Как в древнем Риме похоже, да? Так, ну, не знаю, надо сделать. Нет, не красиво. Не знаю, как-то. Смотрите, как-то надо продлить это. До сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не, давайте восемь. Два, три, четыре, пять, шесть.
крипту тоже продлеваем. И, да, это не так уж коснется, но сделаем красиво. То есть, смотрите, мы сделаем как в древнем Риме, вот такие. Вот, типа, вот здесь вот такие, еще вот здесь такие. Вот, красиво-красиво. Вот. Вот такие штуки. Вот так. Да, конечно, надо еще сделать вот так. Вот. Во-во-во. И теперь сделать как-то вот. Как-то вот так. Во. Теперь сделать как-то вот так. И вот так. Во. Теперь повторить. Делать вот. Да, вот так. Как-то. Да. Теперь сделать вот так. Я тут небольшие изменения вношу. Будут они такие большие, но красивые. Вот так закрываем. Делаем вот так, ребят. Так. Делаем вот так. Ребят, красиво, реально, как. Ребят, в древнем Риме немножко похоже. А здесь то же самое делаем. Как-то вот так. И как-то... Не знаю, как-то... Во. 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 О, и музыка пошла. Прикольная. Давайте, не знаю, еще сделаем вот здесь как-то вот так. Вот так. Не, выглядит прикольно, ребят, реально. Тогда если сделаем вот так еще. Да, ребят, это не слишком вносит изменения, но чисто красивости и дизайности. Вот. Вот, чисто вот так сделаем. Просто. Просто. Здесь я как-то, смотрите, как я еще сделаю, ребят. А это тоже надо сделать. Это заложить. Потому что надо. А как? А почему? А, не, здесь, наверное, как-то, не знаю. Как-то заложить все это. Я заложу это. Все. Вот так красиво. Даже подумал, что тут что-то не так, оказывается, тут ничего нет, просто для красоты я тут сделал. Не знаю, для какой красоты, но так. Вот, смотрите. Вот. Прикольно, да? Не, давайте для красоты еще. Сделаю. Так. Так, сделаем вот так. Нет, это вот так. А хотя какая разница, вот так или вот так? Да, вот. Вот как-то. Да, вот так и вот так. Так, вот все, во! И давайте вот как-то, не знаю, не вот так, вот, вот реально. Вот реально прикольно, реально, да, прикольно. Смотрится. Тогда типа здесь как-то тогда сделаю типа вот как-то вот так. Нет, надо, знаете, как сделать. Вот как-то вот как-то вот так вот, как колонки, вот как колонны, вот как в древнем Риме. Во, не похоже. Вот. Тоже колонку сделал вот такую. Здесь немножко сделал вот так. Продлим тогда колонку. А здесь, ну, в принципе, пусть так и будет. Вот.
принципе, похоже, похоже. Давайте я тогда это сделаю, доделаю. Дело доделаю. И доделаю вот так-то. Так. Во. Как-то... Таким-то образом. Во. Блин, уже похоже как-то. Ребят, это чисто дело для красоты. А этот чисто тогда сделал вот так. Не, пусть так и будет. Вот. Ну, в принципе, выглядит прикольно. То есть не совсем красиво, но прикольно. Если приглядеться. Прикольно, да? Тогда я тогда здесь сделал как-то так. Во. В принципе, прикольно. Можно еще тут узор сделать, ну ладно. Так. Ну, в принципе, вот так, если честно, прикольно. Что еще я хотел сделать? Давайте я еще сделаю еще один подарок. Я сделаю тут, смотрите. Я один подарок сделал, реально. А, тут будет у нас клад из ненужного, на самом деле, вещей. Но просто, смотрите, клад. Да, изумрудный блок, чисто. Если она смотрит видео, она найдет. Я потом найду. Где? Вот здесь, вот здесь. Так, надо землю, землю, земля, земля, земля. Вот, земля. Так. Так, вот. Все. Возле этого дерева. Не знаю, как пометить. Ну, давайте как-то... Не, даже подсказку сейчас сделаю. Вот как-то вот так помечу. Не. Сейчас помечу как-то. Подсказку даже сделаю вот так. Это я все удаляю. И прощаюсь, ребят. Сейчас. Все. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Лаки Ларти. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам такое понравилось. Не знаю, скажешь что-то или нет, но всем пока. Бай! Пока. Фух, пока.